тетя Клава мне набрала земельки. Наверное, будет мало, просеяла. Я уже в пурчатках. И готовлю себе фронт работы. Пересажу фиалку, пересажу вот этого Ваньку мокрого. Ничего, все нормально. Ну, сливать, лить, корни отрезать. Ну, может, я сейчас возьму тебе язычок подрезать. Слышишь, собачка? А, делится. А, не в стакане. Какое холодно. Солнце. Землю, Лена, сразу. Так, пришли, бляха-муха. Вы что за мной явились, а? Курицу разделывала, пришли, оба сели. Цветок сажаю, пришли, оба сели. Иди там найди в этом. Я поеду. Коль, в душе найти, там горшочек маленький есть тоже. Что этот. Найти? На подоконнике, по-моему, стоит. В туалете на подоконнике. Да, маленький, вот там есть эти горшочек. Да, горшочек. Надзиратели. Два. Камни, наверное, это не камни, это специально под, ну, на дно кладется вот такие, они покупаются. Ну, ложи. Дренаж. Ложи. А вот это вот отдельное растение, вот тут отдельный цветок. Маленький, он посажу маленький отросток, это тете своей отвезу, подарю. У нее фиалки погибли. Вот это? Да. Тетя. Глянь, корни срослись. Это не срослись, это отдельное растение, а он отростки. Как отдельное? Ну, отдельное, когда от корня идет, видишь, вот все это отдельное. А вот эти вот, вот они, это уже как детки идут. Она разрослась. Вон земельки. Я ее перемешала, смотрите. Не сгорят наши цветочки? Да ну! Я же... Не целое, я же немножко. Ну, нацедили тут вообще идеальная земля. А? Теперь нацедили, идеальная земля получилась. Это не жидкая земля. Коль, я сейчас вас отправлю обоих. Ну, я же знаю, что я делаю, Коль. Все будет стоять, вода стечет. Вода стечет. Ладно, сади, я дырочки. Пойду огурцы проверю, а то вдруг... Я огурцы, иди, посмотри, не выросли еще. Дырочки там есть. Все есть, она стечет, она потом будет... Главное, чтобы вода была, ой, вернее, почва была увлажненная, чтобы она прирослось. Как будто я первый раз сажаю цветы, вот первый раз, и не знаю, как это делать. Главное, бульона туда не накидать. А то вырастет в горшке. Приедем в Мурманск, у нас... Этот, они как-то... слабо здесь тебе. Чего, выкопать? Высыпать. Я думала выкопать. Высыпала, ну, правда, бурьян. Вот теперь вместе с бурьяном мы будем растить. А зато как приятно. Приезжаешь в Мурманск, у нас икорская трава с горшка лезет. Угу. Лебеда. Или послушай сумку. Ну, вот сумку нам и надо свиньям. Хвост подняла, завоняла. Вот тебе задачка. Загорел на пеньке. Вот тебе задачка. Ох, как греет, и пенек теплый. И наблюдать хорошо. Вдруг ошибется девка. Ага. То не так голову курицы отрезала, да? Земли мало? Мало, на горшке еще нет. Ну сейчас, погодите, еще с этим. Не разобралась. Вода в раковине. Вода в корыте. В корыте. Из-под колонки нельзя. О, очень. Ну толку эти перчатки, глянь. Ну а что ты? Одень тряпочный. Ну ладно. Да что тряпочный? На тряпочный, ну, в воде вожу и печу. Не, надо синие найти, они плотнее. А где они? Ой, выставляй вот сюда на солнце. Да сейчас я это... Она посадит потом. Вот. Не, я пойду найду сейчас перчатки, а? Вот эти дураков занести. Они красивые, я не против. Они не будут расти в горшке. Не будут у нас расти. Почему? В квартире-то не будет. Почему не будет? Мне кажется, не будет. Если бы полтурак ваш не стал расти, а тут как бешеный рос. Вот сколько этот съела моя эта черепашка и все. А у нас был какой-то, жил полтора Ивана или как? Яковлевна, как называли ее? Полторашка? Не. Скажи, полтора Ивана или как? Иван полтора.
Что-то такое было. Я... Вот тебе задачка. Крышкой отбираем, высыпаем. Ты учишься цветы сразу? Не, а что ты налила, а теперь отдай. Ну я специально, чтобы земля размокла, бляха-муха. Молчать, женщина. Молчать, мужчина. Не подскажешь, не поедешь. Ой, блин, я по ночам буду что-то делать, когда вы спите оба. Чтобы над душой не стояли и не умничали. Ну, тетя Клава, ладно, молчит, а ты-то... 100 советов, 99%, ну, что вырастет. Я тебе не советую, как рыбу ловить. Как? Как? Каком кверху. Вот и я и ловлю. Я сплю, она ловится. Каком кверху. Вот она. Кому, Светик? Ну, я думаю, Светику самый красивый-то отдать. Ее же цветок, а нам такие поменьше. Большой, что ли? Вот, ну, да. Она сказала, что, пересадите или как? Она сказала, пересадите, себе оставите и мне дадите. Ясно. Ну, она же нам принесла. Ну, что, я получше... А как этот цветок называется? Фиалка. Как? Фиалка. Да, небольшие растут. А это какой-то... Какие фиалки? Все у нас там на окне дома. Звездочка какая-то ненормальная. Сам ты ненормальный. Мне вот этот, Ванька мокрый нравится. Ванька, он цветет тоже вот таким фиолетовым. Мы сейчас полтора Ивана. А, полтора Ивана, это во. Это красный будет, это будет фиолетовый. Якольно. Я сама удивилась. Поговорка, полтора Ивана. Дома умер. Ну, а где он жил? На бугру где-то. Так, опа. На солнце или куда? Ну, вот это Светику цветок. А куда ставить? Да пока куда-нибудь. Сюда, на солнце. На полян. Не завянет он. Ну, пока может поболеет, пока это переживаться. Ну что, завянет? Не завянет. Мусорное ведро, не забывай. А то будете тут мусор собирать за вас. Ушли, двери растопырили. С котятами хочет спать. Кто последний был? С котятами хочет спать? Будет спать с котятами. Давай мне ведро. Так, сейчас я высыплю, погодите. Освобождаю. Поросяты так чвякают. Цемент вмешу. Месю. Месила. Меси. Месила. Меси, месила, твоя здесь сила. А вниз зачем сухую, чтобы прилипла, да? Ой, пошла туда, что ли, она? Я-я. Хватит. Да зачем? Чтобы было, чтобы было. Вот разрастется херпальё. Так, это тетя Клаве оставляешь. Еще везти в коробке ж надо. Ну, в коробку, по-моему, так и возили цветы сюда. Коробку поставила, они едут. Едут? Едут. Не идут пешком? Едут и умничают. Ха-ха-ха, испугалась. Вот это красиво разрастается, прям как дерево, вот эти вот цветочки. Вот это себе? Домой. А в какую ты посадишь? Ну, я посажу, пока вот этот высажу, это пересажу. Потом домой приеду, я в другой горшок его посажу. Агроном Хэ. Агроном Ша. Фу. На. Все. Спасибо. Вы настоящий землерой. Настоящая землеройка. А ты что эти повыбрасывала? Это листики. Зачем они вам нужны? Горшочек. В горшочек воткни. С этих листиков можно 10 горшочков насажать. Оно вам надо? О, тут, тоже залепилась. Тут ваш, то Светкин, да. А маленький? Маленький моей тети. А, это Лена ответила. Кубки на ну. Заедут. Ага. Ну, созвонимся потом, чтобы не мы на кладбище не были, не они на Красную... А, не, как она? Красная... На Радонеж. Радонеж. Они на Радонеж пойдут. Ну, пойдут и к нам заедут. Да хватит земли. Сейчас полю, она сядет. Тихонечко. Воду заливать некуда. Вот когда мне под руку гавкают, я падаю. Это пьяная уже называется. А пьяная от чего? От свежего воздуха? Ты мне наливал, чтобы я была пьяная? Ровно поставь, пускай. Да пусть оно напитывает, Коль. Я с ней в квартире не да впитывает на одну сторону, а та сторона сухая. Я солю
со всех сторон. И тебе вода стекает. И тебе налью на голову, чтобы рос большой. Ровно горшок поставь, чтобы питалась так. Вода. Во, еще туда все, наклони. До свидания, милое создание. Блядь, какая агрономша. На бугре цветы садит. А вот этой отравы не добавишь? Удобрение вот белое. Лен! Ай! Что за чунга-чанга? Кусать пошел. Так, кусать пошел кусок проволоки или чего? Так, вот результат нашей работы. Все пересадили. И пускай все теперь приживается. О, тетя Клава, как всегда, заколи хвостиком, просто хвостом. Только не виляет еще. А, ты пробуешь рыбу, я поняла. Я поняла, на соль. Ням-ням-ням. Попробуйте. Солилась рыба, сейчас она отмачивается. И ее надо будет вешать, чтобы она стекала и вялилась. Вот он тазик с рыбой. Ну и что, соленая? Ой, соленая. Давай, Яковлевна, сейчас я принесу. Ну, может, воду поменять воду? Надо, да. Я помню, как в том году вешали мы рыбу. Слышь, как будто дежавю. Мы не посчитали. Кого, рыб? Да. Да посчитаем, сейчас Коля повесит, посчитаем. Ну, надо разделить на два ряда. А, на две эти да. Матусочки. Лена, иди сюда, быстрее будет. Что делать? За хвост вставляй хвостом вперед, вот в эту. А, сейчас, погоди. Я не понял, а что тут происходит? Кто куда упал? Почему тапок в ванной? Тетя Клав, что тут было, пока я за кофтой ходила? Ну. Хватит. Видишь, низко как. Ну ладно. Хуй. Так а что низко? Думаешь, что коты допрыгнут, слушай, что ли? Кот-то не залезет. Да не залезет, конечно. А теперь как слазить? Коля, аккуратно, чуть клазовите его. Тапок дай, мокрый хоть, я, а то обрежусь. Стублюсь, блядь. Горе с вами. Горе с нами или горе с тобой? Вечно где-то залезет, залетит, слазь давай. Ой, тихонько. Ну, туда можно еще гвоздь убить. Так, все, вяжем почаще. Снимай рыбу, которую сжрал, Коля, дай коту. Не успел. Да как не успел? Как не успел? Он ее... туда. Да все, уже поздно, он ее грыз. Морик. Спрятался. Морик, молодец, я тебя поддерживаю, молодец. Нечего тут щелкать. Ну чего? И... отсюда, и повесить чуть выше натянем. Ну вот сюда надо доцепить вот эти в дырки. Что ты? Воришка! Воришка! Рыбы нет, буду кашу есть, да? Кашу буду есть. Что за безобразие? Рыбу отняли. О, чего? Остался у нас вот немножко хвостик тут. И тут повесили, сейчас покажу. Чего? Нет, вот сюда гвоздь. Решают, куда последний... хвостики вешать. Вот мы куда повесили. Тут уже у нас немножко падало. Немножко это не то, что падало на землю, но срывалось с рук. Мы старались, мы повесили. И вот у нас такие вот, как в прошлом году были бусы, так и в этом году рыбные бусы. А сколько они будут вялиться вообще по времени? Будем пробовать. И телефоне звонит. Анютка, Санкт-Петербурга. Да, привет, котяра! Котяра, здорово! Здорово тебе! Нет. Чё жует котяра? Тоже грушу. Тоже грушу? Есть. Ага. Ясно. Нам мы тут на улице. Кто что делает? Бусы повесили. Встали в хоровод. Молодцы. Весело, весело. Встретим Новый год. Вон они, бусы. Да ты чё? Ой, какая видно? Красота! Ну всё, я приеду сейчас! Ай да, бери котика под мышку и к нам сюда. Не жмёт, а болтает что-то, как пытается сосать. Котик, я с тобой по огороду гуляю, сейчас с Колей идём. На Колю посмотрим. Да. Сейчас на Колю посмотрим, что он там делает. Сейчас. Коля, посмотри на котика.
Кто там? Котик там. Где? Вот он. Костя, привет. Костик. О, о. Видно, тебя отсвечивает? Да, 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 да. О. Ням-ням. Опа. Поцелуйчики тебя шлет. Все. Ой, нацеловался прямо аж до слез. До слез нацеловался. Плохо видно вас, отсвечивает. Ты возьмешь трубку, я уже прыгаю, что ты чашешь. Да я без телефона вообще, он мне в доме, Валя, я его не беру никогда. Я вот беру, чтобы позвонить. Взяла телефон, там маме позвонила. Я вообще с собой. Куда на улицу? У меня ни карманов, ничего нет его таскать. И Коля также его без телефона. Вечером приходим, кто кому звонил, смотрим и все. Мы вот с кем вообще телефон не берем. А где ваша Еленочка? Где ваша котета Ёшкин-кот? Ёшкин-кот еще рано, еще ежей нету. Уже табличка-то она осталась. Я еще ежа привезла искусственного, но пока еще ежи не приходят. Вот, как ежи будут приходить и кафе. Куда ты полетел? Да, господи, куда ты полетел? Ах, колокольчик, бежать, звенеть. Тебе полетел. Ага, слушай, он такой-то активный, ему куда-то надо это, двигаться. Ага. Он уже, знаешь, что делает? Сидит, на коленочке встает, вот так подтягивается в край, и встает. Ну и все, уже топать хочу я, да? Топотунить. А! У нас сегодня прохладненько, я вон в кофте, все мы одетые. Хоть и солнышко, но прохладно. Пей, мамка, пей, не вези, да? Ну. Ой, это потом, ну маленькие дети, это столько энергии надо на них. Мы вас любим, мы вас по-моему скучали. Папа и Клава, привет передавай. Привет, тетя Клава, вот привет, слышали? Кого? От Анютки, это моя, Санкт-Петербурга, с ребенком. А кто там пищит? Дитё пищит. Ой, ты какой красавица. Сколько ему? Ему годик будет в августе. Ой ты, ой пытается. О, увидались? Все, ну пока, пока, пока. Пока. Кусики.